Погода любителям спорта благоприятствует. В субботу на стадионе «Рекорд» в Кохме состоялись масштабные соревнования по бегу «Осенний марафон». Мероприятие прошло под девизом «Я выбираю спорт». Главный рекорд был побит еще до старта первого забега. На участие в соревнованиях в этом году заявились более 300 человек. Намного больше, чем когда-либо за всю 12-летнюю историю марафона. Представлены все возрастные группы. 2004 год рождения моложе – это самая юная группа участников. И 60 и старше – это самая взрослая категория участников. Участвуют как профессиональные спортсмены, так и просто любители бега. В спорте не победа главное, а эмоции, удовлетворение от собственных возможностей. Для Валерии Логиновой бег уже давно стал образом жизни. Теперь она выступает не только в роли участника соревнований, но и болельщицы. Я занималась спортом в школе, потом в вузе, с перерывами для рождения детей, четверых сыновей. Все время бегаю. Да, это мне досталось по наследству от моего отца, брата. Мы с мужем приумножаем и передали своим детям. Мой сын участник. 5000 метров. Я на него надеюсь. Буду болеть. Бег – это в первую очередь здоровье. Кардиологи пришли к выводу, что ежедневные пробежки увеличивают продолжительность жизни женщин на 5 лет, а мужчин на 6. Но это для взрослых. Дети о пользе не задумываются. Для них спорт – это веселье. Маша стала лидером в своем забеге и поделилась с нами впечатлениями. Чувствуешь, как будто ты летишь куда-то. И когда прибегаешь к финишу, это такое хорошее чувство, что ты первая, тебя все кричат, ты молодец, ты вообще... Слов нет. А еще спорт – это дружба, крепкая и настоящая. Соперники на беговой дорожке, как правило, друзья по спортивной секции. Вместе радуются победам, переживают из-за неудач. Спорт объединяет, спорт делает людей счастливыми. Наталья Гутайна, Денис Денисов, РТВ Иваново.